Итак, вот мы видим, да, магнитолу, про которую я рассказывал. Короче, дальнейшую судьбу я не знаю, что с ней делать пока. Далее, что хотелось бы рассказать про эту магнитолу именно. Магнитола, в принципе, свои, сколько она там стоит, 1000 рублей или 1200, или почти 2000. Своих денег она стоит. К ней в комплект идет вот такие вот вытаскиватели, скажем, рамка идет. Вот такие вот переходники. Вот такой вот пульт дистанционного управления. Ну и, естественно, сама магнитола. Сама магнитола оснащена AUX-входом, входом под SD-флешку и входом под USB-флешку. У магнитолы есть настройки всякие разные. Вот громкость, это переход, переходы всякие там по настройкам, перемотка, всякие разновидности настроек там, бас, не бас. Ну и это бэнк, я не помню, что-то. Это вот меню и еще. Минусы из вот, я вот себе ее подсоединил. Единственный минус, то что вот эта магнитола, мне она не подошла, не понравилась. Хоть и в ней больше, так скажем, она больше работоспособна, чем GVC моя, которую я ремонтировал. Во-первых, она заикается, во-вторых, у нее получается, она не крепится в рамку, ее просто приходилось вот так вот всовывать. В-третьих, это вот эта вот самая рамка, без нее она смотрится бомжатски, ну а с ней более-менее. Что делать с этой магнитолой, я пока не знаю, либо я ее разыграю среди подписчиков, как это будет делаться, я тоже не знаю. Либо я продам эту магнитолу и пущу деньги в проект на Surfa, потому что у меня поддержки в принципе никакой нету, есть только свое финансирование и все такое. Тут я подумал, короче, и придумал то, что я буду делать с этой магнитолой, которую я получил за баллы с ВТБ-24. Начиная. Когда это видео наберет 100 лайков, я сразу сниму видео о том, как мы будем разыгрывать эту магнитолу. Либо я ее разыграю рандомно, либо разыграю ее как-то определенным конкурсом среди своих подписчиков. Так что эта магнитола будет приятным бонусом для кого-то, у кого ее вообще нету магнитолы. Ну а если у кого-то она есть, ну кому-то нужно заменить. Единственный минус, еще раз говорю, она заикается. Если вы лишь решите эту проблему, или вы как-то, или вам по барабану то, что она заикается, и можно, главное, слушать музыку не может, то, в принципе, вам эта магнитола пойдет. Эта магнитола, еще раз говорю, чтобы она мне не валялась, мы можем разыграть, либо я ее продам. Если видео этого было интересно и полезно, не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, подписываться на мой канал. До новых встреч, пока, скоро новое видео.